В Махачкале в спортивной школе имени Магомеда Джафарова прошел открытый межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей на кубок депутата Государственной Думы Российской Федерации Резвана Курбанова. Среди победителей – представители Дагестана, Чеченской Республики, Республики Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Подробности в сюжете Дана Шугум. В весовой категории до 50 килограммов победителем стал Мухаммад Гамзатов. Серебряный призер первенства Дагестана в финале за первое место взял верх над махачкалинцем Мухаммадом Хизриевым. Я провел 5 схваток, и соперники были с Кабардино-Балкарии, с Чеченской Республики, с Дагестана. Но самый сложный поединок для меня был с Чагаевым Исмаилом, он с Махачкалы тоже, с этого зала. У нас был плюс-минус равный поединок, но в этот раз я оказался сильнее. Вне призовой тройки остался представитель Хасавюрта Рамди Ахмедов, весит до 46 килограммов. Самое значимое спортивное достижение – победа на первенстве Дагестана по самбо этого года. Тот соперник мой очень был гибкий, хорошо уходил от бросков, взял у меня оценку. Открытый межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей на кубок депутата Государственной Думы Российской Федерации Резвана Курбанова проводится во второй раз. Сам народный избранник в армии занимался рукопашным боем и немного дзюдо. Очень отрадно, что сегодня у нас на соревнованиях присутствуют атлеты из Астраханской области, из Ставропольского края, из братских наших республик Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. И хочется особо отметить, что приехали из Киргизии, спортсмены из Киргизии. Это те самые скрепы, о которых всегда говорит президент страны Путин Владимир Владимирович. Скрепы, которые объединяют народы. Всего же обладатели 10 комплектов наград определили 400 участников. Среди победителей турнира – представители Дагестана, Чеченской Республики, Республики Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Среди призеров соревнований – также представители Астраханской области и Киргизии. Дан Шугом, Вадим Шамхалов. Время новостей.